Гиркин Стрелков, Телеграм. Изучает пессимизм. Вот самый красноречивый последний абзац его сегодняшнего поста. Последнего в 14.54. Что силы ВСУ медленно растут, а ВСРФ уменьшается. В посте последнем этот заявил: в делах военных совсем не профан. И хотя давно я хотел сказать ему, что стремление, готовность убивать, уничтожать всех неразделяющих, взгляды на мир убивающих. Вот что в общем, подчеркиваю, в общем, есть фашизм. Да, вот очевидно, он меня сразу же отправит в бан. Вот такие вот дела.